Доброе утро, наши дорогие подписчики и все, кто нас смотрит на канале «Секреты от Алены». Меня зовут Алена. Сегодня 7 июня, понедельник, утро. Мы на пасеке. Хочу я вам сегодня показать одно очень интересное растение, которая называется каперсы. Если никто его раньше никогда не видел, как оно растет, а тем более, как оно цветет, я думаю, вам будет очень интересно на это посмотреть. Ну, в данном случае этот кустарник с белыми цветочками. Но есть бело-розовые, бело-сиреневые. Очень нежные цветочки. Растет как сорняк. Это цветочки однодневки, они зацветают ночью, а к полудню их уже можно не увидеть, они уже вянут. А еще есть бутоны. Вот такие вот не распустившиеся бутоны. Их собирают, маринуют. Если кто знает, кто их когда-либо пробовал, они продаются в магазинах в маринованном виде. Срывают вот такие не распустившиеся бутоны. Я их тоже собираю, тоже консервирую. Использую потом в салаты, в соусы. Можно использовать вместе с оливками, либо вместо оливок. Еще я вам хочу рассказать, что это растение непростое. Не так просто и не так легко собрать эти бутоны, потому что оно очень колючее. Имеет такие коготочки, как кошачьи коготочки. Очень острые. В виде крючков, изогнутые такие. Растение как будто защищается, не подпускает к себе. Но если, не дай бог, оно как вцепится, уже вырваться из этих коготочков будет не так просто. Цветочки необыкновенной красоты. Я вон вижу еще рядышком кустарник с такими уже нежно-сиреневыми цветочками. Сейчас, если удастся подойти. Так, сейчас я покажу еще кое-кого. Сейчас. Кс-кс-кс. Это наш серый котик. За нами пришел. Кс-кс-кс. Кисенька. Угу. Сейчас я приду, детка, сейчас. Вот еще один кустарник, но тут уже такие вот сиреневые прожилочки. Получается такой как будто дымчатый цветочек, нежно-сиреневый. Я вам показывала белый, а вот это бело-сиреневый. Очень красиво смотрится. Вот он за нами и пришел. Кисечка, потерял нас. Деточка наш, потерял нас. Кисечка. Кися. Что ты хочешь? Еще хочу вам показать водный гиацинт. Это такой цветочек, который растет в воде. Как кувшинки, как водные лилии, да? Мы такие цветочки высаживаем в аквариум, где у нас обитают рыбки. А это водяной салат. Да. Тоже у нас растет в аквариумах, мы тоже высаживаем к рыбкам. Там кицик нас потерял, плачет. Киски, киски. Кисечка, ты потерял нас, да, маленький? Кися, ну пошли домой. Пойдем. Вот это наша пасека.
Здесь находится много чего интересного. Вот наша кица. Киска, кис-кис-кис. И здесь вот такие вот заросли розмарина. Сейчас я поближе подойду. Кисенька, ты со мной? Идем. Идем, детка, идем. Да, 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 идем. Вот сколько розмарина здесь. Ну вот еще каперсы, но уже с такими сиреневыми цветочками. Там пробивается сиреневый цвет такой интересный. И все это рядышком у нас с домом. Вот такая у нас замечательная пасека. Кисенька. Идем домой. Идем, идем. Пошли. Мы уже уходим. Пойдем, маленький, пойдем. Беги, дорогу показывай. Вот так выйдешь из дома, и буквально на каждом шагу поджидает что-то интересное. Какой-то цветочек, какая-то интересная травка. Вот так и живем здесь. Много чего интересного можно здесь найти, в том месте, где мы живем.